Военная приемка представляет. С текущего года в данном исполнении автомат будет поставляться в войска. Испытание новейшей модификации самого массового автомата в мире. Мы сегодня этого делать не будем. Но это не точно. Точно одно. Мы покажем то, что вам еще никто не показывал. Как вы думаете, что это такое? Вот так выглядят стволы будущего АК-12. Обратите внимание, это пруток, это не труба. АК-12. Что умеет модник из Ижевска? Мы посмотрим на этот автомат как на комплекс. И первым делом зададимся вопросом, а для чего он нужен? Военная приемка. В воскресенье в 9:55.